Работали мы в городе Смело, выполняли работы также по кронации в прошлом году. В этом году так же самое мы выполняем эту работу. Касательно этих деревьев и этой улицы, уже неоднократно делалось заявление от жителей этой улицы, что ветки падают, и омела предоставляет большую угрозу для проезжающих машин и домов. Потому что вес очень большой, мы когда работаем, пилим ветку, спиливаем, ее невозможно удержать, потому что вес очень большой. Соответственно, летние наши такие непредвиденные погодные условия, они создают условия для ломания, корчевания, обламывания и, скажем так, вот, падает на машины, ну, в случае рут, провода, так само. Поэтому, конечно, такие работы необходимо проводить. И чем быстрее, тем лучше. А вообще их правильно, деревья, ухаживать с самого детства. Если мы будем у каждого из нас в дворе следить за нашими деревьями, у нас будет красивое, неопасное и приятное на глаз наши зеленые жители. Пока мы будем выполнять работы по улице, по-старому это у нас Мичурина, и вторая улица у нас Дзержинского. Высота данного агрегата у нас 22 метра, но нам такие высоты не надо, потому что у нас идет стандарт кронации, это от 7 до 9 метров. Потому, в принципе, хватает данной установки для работы на такой высоте. Это примерно такая профессия, конечно,